Улицы многих российских городов украшают памятники представителям различных профессий. Мы ценим учителей, металлургов, шахтеров. В Чебоксарах сегодня появился памятник дворнику. У него есть предшественники в разных уголках нашей большой страны. В Москве таких памятников несколько. В Уфе, к примеру, один. Где-то блюститель чистоты в бейсболке и ботинках, где-то с бородой и метлой из веток. В Чувашии есть три памятника дворнику – в Цивильске, Алатыре и вот теперь в Чебоксарах. Столичный дворник особо женского пола. Художник Владимир Васильев и скульптор Георгий Пупин решили, что за порядком в Новоюжном районе будет следить молодая красавица. В ее руках неизменный атрибут – метла, а в ногах мурлычет кошка – символ домашнего уюта. Коллеги по профессиональному цеху появлению символа рады. Вот увидят жители памятник, считают они, и сразу же задумаются о чистоте не только своего двора, но и города в целом.